От культуры до стратегии развития сел. Такие проекты предложили участники школы публичного администрирования. На протяжении месяца одесситов и жителей области учили разрабатывать благотворительные акции и социальные проекты. Первый курс школы успешно завершен, о его результатах сообщили участники и организаторы. Первый курс, который мы инициировали, это был базовый курс проектного менеджмента для новичков. На него 3 недели назад мы набрали 15 человек, которые до этого момента совершенно не были включены в социальные проекты и в различные инициативы. Социальные проекты участников школы публичного администрирования касались разных тем. От обучения спасателей оказывать первую помощь до развития туристической привлекательности Сергеевки. Кстати, именно этот проект стал победителем. Был охвачен также большой пласт культуры. Художники теперь планируют провести благотворительную ярмарку, нарисовать открытки, продать их, а на вырученные деньги приобрести подарки. Этот проект, он направлен не только на развитие искусства в Украине, но также и на благотворительность. Например, первая наша акция – «Рождественский подарок». Это акция, которая проходит как на улицах города, она проводится нашими волонтерами, так и в онлайн-режиме в пабликах ВКонтакте и в Фейсбуке.